Я вітаю в цій студії кандидата на посаду міського голови Бориса Філатова. Здравствуйте. Опонент пана Філатова Александр Вилкул. Я оголошую перший раунд. Днепропетровск очень сложный город. В первую очередь люди не должны чувствовать себя брошенными. С людьми просто никто не разговаривает, их все забыли. Надо идти к людям. Хочется, чтобы было, поликлиники были. Никогда не делали дороги. Обратила внимание на парковые зоны. У нас мусора гора. Будем делать участок 750 метров. Здесь планируется все сделать очень хорошо. И велодорожки, и гранит. Идет речь о набережной, которую мы отреконструировали от Круга на Победе до Бартоломео. Это 3,2 километра, а вообще мы ее дотянем совсем в ближайшее время уже до Мерефо-Херсонского моста. Это будет 4,7 километра. Вы видите прекрасно, насколько качественно сделана работа. Все на европейском уровне. И велодорожка, и освещение, и лавочки. То есть высажено было 690 деревьев, платаны и даже японские сакуры. Установили освещение около 200 светильников. И сейчас у нас 48 лавочек, а будет в ближайшее время 130. Основные элементы этих изменений, какие можете выделить? Город реально очень сильно изменился. Я везде подчеркиваю, потому что за 5 лет я сделал больше. Это народная любовь. Вот я живу тут на Победе, тут, конечно, раньше были дебри такие, не пройти было. Сейчас уже можно гулять с детьми. С утра бегать, велодорожки, все красиво. Вечером все подсвечено, в общем, культурно сделано. Мы присутствуем сейчас при историческом событии. За 22 года это первый взрыв. Это фактически начало активной стадии процесса достройки метро. С Богом! Дата завершения строительства метро на сегодняшний день находится под очень большим вопросом. Наконец, наш подрядчик получил разрешение на взрывы, и уже на протяжении 2 недель он проводит активные взрывные работы. Если бы мы это разрешение получили год назад, то на сегодняшний день мы уже полностью закончили проходку до станции метро «Центральная». Но год бездарно потерян благодаря нашим областным политикам. Мы единственная территориальная громада в стране, которая отремонтировала самый длинный мост на водной поверхности в Украине, и мы его отремонтировали сами. «14 вересня. Так. Не відкриваєте? Можете самі піти відставку. Домовились. Перебейте, Паша. Да. Ти за це будеш відповідати. Да, добре. Домовились. Ну, нормальний розговор. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр, и никто больше. Город, который так я люблю. Борису Альбертовичу, ви кажете, що виграв Дніпро? Згодна. Дніпро виграв, коли у нас з'явився такий мер. Дуже рада. За 20 хвилин доїхали, це прям круто. Приносила такие неудобства колоссальные. Сейчас мы просто рады, счастливы. Філатов, если сказал, значит он сделал. Мы верим в нашего мэра. Мы говорим о полной реконструкции улицы Курчатова. Это не просто реконструкция, связанная с заменами трамвайного полотна, переукладкой асфальта. Это действительно полная реконструкция, комплексная, связанная в том числе и с наведением порядка на тротуарах. Будет уложена качественная тротуарная плитка с заменой бордюрного камня, с заменой освещения. Мы убираем все провода, убираем их под землю. Вот такого именно комплексного, даже не ремонта, а реконструкции никогда не было. Асфальт какой положили, классный. А рельсы вообще обалденные. Едешь, вот едешь по-старому, слышно, что ты гибла, а здесь ровненько идет. Как яичко. Тихо, спокойно. Когда-то так само делали Шмидта, а вот это Курчатова. Ну что тут сравнивать? Если новое, есть новое. Понимаете, это же на века. Одна из моих задач – это возврат городских больниц, некоторые, которые еще были построены при царе, в собственность территориальной громады Днепра. И я приложу все свои усилия для того, чтобы это сделать. Входная группа изменилась, в коридорах все изменилось, санузлы изменились благодаря мэру нашему. Там было в совдепе. Ремонт, да, красиво, спасибо властям, что они это сделали. Стоматологічні поліклініки повернулися в місто. Борис Альбертович і надалі виконує свої обіцянки передвиборчі. Поблагодарить мэра мы хотим за то, что он слышит наши проблемы и помогает нам их решать. Очень все идет в лучшую сторону, стало комфортнее. Спасибо, да, классно. Пусть он еще дальше продолжает. В городе систематически в течение десятилетий уничтожался муниципальный электротранспорт. Чтобы вы понимали, какие они приходят на ремонт. Да. Порядка 100 троллейбусов разного производства мы приобретали в течение нескольких лет. Для меня очень удобно. Я езжу автомобилем на работу, но я предпочитаю переезжать в центр на троллейбусе. Для жителей Сокола это, конечно, очень важно. Мы очень рады, мы его долго ждали. Очень значимое событие нашего района. Желаю, чтобы наш город процветал и чтобы в нем видеть нашего мэра всегда. Він чоловік слова. Все, що він обіцяє, він старається це зробити. Делаем. Повесим и табло, и лавочку, все сделаем. Это штука начала, будет порядок. Да. Вот. чисто, самое главное. Что и не барабань, как консервная банка. А так хороший трамвай, приятный. В городе есть очень большое количество серьезных перевозчиков, которые существовали при всех властях и режимах. И только мне удалось привести их в чувство. Да, это очень удобно. Ну, не надо скучно, вот это как в маршрутках постоянно толчешься. Я за таке, чтобы таких автобусов было побольше. Хорошие остановки. Так держать. Борис Альбертович, большое вам спасибо. Кроме того, что производится ремонт самого дорожного покрытия, продуваем мы ливневки, то, чего не делали по 15-20 лет. Мы еще будем делать тротуары, замена бордюрного камня и ремонт освещения. Во дворе поставили 7 таких флайдерских фонарей. Без Филатова тут не обошлось. Пошли к мэру. Борис Альбертович, значит, включили нас в программу «Теплый дом» и сделали нам ремонт подъезда. Дома, где был проведен капитальный ремонт крыш, причем впервые, наверное, за всю историю существования этих домов, в частности, и вообще в городе. У нас идет массовая реновация лифтового хозяйства, и, как вы помните, я обещал, что в этом году мы сделаем качественный прорыв в ремонтах лифта, в капитальных ремонтах, в текущих и в замене вообще на новые лифтовые кабины. Мне очень понравился новый лифт. Он очень чистый, очень аккуратный. И мне кажется, если так все будет продолжаться, если будет облагораживаться наша территория, наш дом будет выглядеть очень красиво, и район будет выглядеть намного лучше. Кроме того, что мы сейчас как бы решим вопрос рекреационный, решим вопрос отдыха, мы в том числе позволим людям спокойно, особенно в темное время, зимнее время, передвигаться здесь по освещенной центральной аллее. Такого парка нигде в городе нету. Природный ландшафт. Красиво. Тут были всякие развалины, а тут так красиво стало. За последние годы первый раз вижу такую заботу о горожанах. Видно, что он заботится. Это наш мэр нашего города. Спасибо ему большое, его команде и ему лично. Такие заросли были, такие чагарники, что тут не пройти не кошмар. Какие подсветки, какая красота, какие фонтаны. Это не то слово. Красота. Спасибо Филатову. Спасибо. Каждый день мероприятия, начиная от творчества. Мы и рисовали, и вышивали, и йогой занимались. Спасибо Борису большое, конечно, огромное. Мы не ожидали. Мы вообще не ожидали, что это существует, что это есть, и что человек о стольких нас заботится. Это долг, и это долг городской власти, и любой власти вообще. И мы для того, чтобы хоть как-то свои долги погасить, должны делать все возможное и невозможное, для того, чтобы обеспечить достойный досуг для жителей преклонного возраста, жителей нашего города. уже в феврале, еще когда не было объявлено о том, что у нас в Украине есть это заболевание, мы уже начали готовиться. Мы должны создать экстренный штаб по противодействию предполагаемой эпидемии и его полностью зафинансировать. Мы рассчитывали количество больных, которые может быть у нас в городе Днепр. Возможные летальные исходы просчитывали. Количество необходимого оборудования медицинского, которое касалось искусственной вентиляции легких, аппаратов, сколько надо было приобрести. В вашем присутствии я подписываю распоряжение, за которое мы проголосовали только что. Выделение 98 миллионов на борьбу с коронавирусом. До нас привезли хорошу велику партію того, що нам необхідно для нашого відділення інтенсивної терапії. Це апарати ШВЛ 20 штук. Також нам привезли 26 моніторів пацієнта, які також необхідні для нашого відділення інтенсивної терапії. Хотелось бы еще раз обратиться всем, у кого есть на это возможность. Последовать в том числе этому примеру, примеру других предпринимателей, всем, кто сейчас всем миром борется с эпидемией. Мы будем это делать абсолютно с открытым сердцем, с добрым сердцем, для того, чтобы как минимум наш город, наш регион, наша область меньше всего пострадали. Сделали очень много, и мы будем продолжать это делать. И самое главное, мы разработали трехлетний план конкретно по каждой школе, и руководители гуманитарного департамента распишутся мне на этом плане кровью, а я его распишусь на нем тоже кровью и предоставлю его учительской спільноте и родителям, и люди уже будут понимать, когда мы это закончим, причем по каждому конкретному случаю, по каждому конкретному адресу. Было в ужасном состоянии. Вот. Первое, это мрачное все было. Сделано качественно, очень качественно. И сделано именно с любовью для детей. Программа «Безопасная школа» является мультифункциональной, с разного рода электронными сервисами. Система, по которой можно будет пользоваться билетом бесплатным для наших детей в общественном транспорте. Аналогов подобной спортивной специализированной школы по легкой атлетике в Украине нет. К нам приезжают наши коллеги из других городов, из других территориальных общин, и когда они смотрят, они нам искренне завидуют, потому что в Днепре именно вот такое мы смогли совершить чудо. Если раньше дети приходили, видели, что тут разруха, то родители очень часто их забирали. То сейчас, когда здесь все ярко, красиво, чисто, безопасно, то я думаю, что будет больше детей, желающих заниматься. Затор будет страшный в городе, нельзя это делать. Один из приоритетов городской власти за эту каденцию является реконструкция городских территорий, максимально возможная и удобная для пешеходов. Все-таки все сцелили, видишь? Ужасно, конечно. Ви знали, що замість 8 цих дерев, які тут будуть саджати 70? А дивіться, 70. І я не зовсім розумію, як 70 там помістяться, тому що для кожного потрібне місце. Как видите, зрада отменилась, и кричали, выпилили, сделаю там пустыню и так далее. Пустыни никакой нет. Ну, там и добре буде, красиво, гарно. Це задоволення, що хоч щось робиться в нашому місті. Ідея вообще шикарна. Я только думаю, очень красиво придумали. очень все красиво, мне очень нравится, по-современному. Я очень рада, что постарались так украсить наш город. Преобразилась площадь, все очень красиво. Спасибо большое всем, кто участвует. Это был, здравствуй, ужас. Дорога была неровная, побитая, но дорогу необходимо было ремонтировать. Временное неудобство, ничего страшного. Потерпеть можно, но зато потом результат будет отличный. Сделаем хорошо, правильно, качественно на следующие 50 лет, и можно будет об этой магистрали забыть. Ми плануємо до 1 листопада вже запустити сюди рух транспорту. За 50 лет практически все значимые элементы здания пришли в негодность, либо были разрушены. Система 2020 года выпуска. Они ее модернизировали. Это самая первая система, которая в 2020 году попала в первый планетарий. То есть современней системы нет, потому что у нас есть возможность использовать все наработки НАСА, которые есть. Есть снимки марсоходов, последние данные. То есть программа будет каждый день усовершенствоваться. Было много по этому поводу спекуляций, было много грязи. Рассказывали о том, что городской планетарий будет снесен, вместо него будет построен торговый центр. Сейчас вы можете убедиться, никакого здесь нет торгового центра. Нам удалось возродить планетарий. Нам удалось общими усилиями установить, я думаю, с вероятностью в 99%, предполагаемое место захоронения первого почетного гражданина нашего города Александра Поля. Мы нашли могилу и прах Александра Николаевича Поля. Мы получили окончательные экспертизы, которые подтверждают, что среди 15 захоронений почетных граждан нашего города именно эта могила и именно этот прах принадлежат Александру Николаевичу. В этом есть неопровержимые доказательства. Рост совпал, вес совпал, это видно по костям. Это воистину историческое событие для нашего города. То есть я поклялся Александру Николаевичу, что я его найду, и я выполнил свою клятву. На левом берегу. Его нет, да, я знаю. Его нет. Левый берег у нас, к сожалению, не настолько благоустроен, как правый берег. Хотя мы на левом берегу сделали, наверное, за эти несколько лет больше, чем делали за 25 лет все остальные. Борис Альбертович, огромное вам спасибо за ваше горячее мнение. Такого еще в городе не было. У всех, кстати, есть дождевики там и прочие. Но у меня большая просьба, как будущему мэру, других я не вижу претендентов на этот пост. Борис Альбертович, вы много вложили в медицину. Ну приобретите вы, пожалуйста, это МРТ. Я вам обещаю так, что МРТ мы однозначно приобретем. Приобретение аппаратуры, это у нас стоит в приоритете. Вы самый лучший мэр из всех, кого я знаю. Спасибо. вам всегда сказать. Большое спасибо. Да, реально очень много сделали. И мы дальше будем продолжать делать. Это является приоритетом городской власти. В первую очередь наводить порядок там, где находятся люди, где они живут, где живут их семьи. Не мне оценивать себя, пусть меня оценивают мои земляки, днепряне, не мне оценивать свою бурную деятельность, хотя я вам скажу, наверное, по большому счету мне не стыдно перед людьми. Пусть меня оценивает история, потому что любого градоначальника будет оценивать история. Но уже, как я смеялся, я свое лицо прибил в здании горисполкома на стену, а дальше посмотрим.